Глава компании Марк Цукерберг занимается подготовкой к переходу в ряды голубых фишек последние полтора года. В эволюции Microsoft был период, когда руководство заявило, что хочет производить компьютеры для каждого. И это путь, на котором я хочу видеть Facebook. Мы хотим развиваться в том направлении, в котором, как мы полагаем, должен эволюционировать.